На цену не смотрим. Ну, тогда я уже выбрал. Любезная, у вас ведра есть? Большие, алюминиевые. Да, у персонала пластиковые. Ведро черной корки и ведро коньяка. Какой у вас самый дорогой? С юмором у вас, друг Александр Михайлович. Да нет, Оленька, это очень серьезный человек. Так что давай нам ведро и корки, и ведро к коньяку. Клоуны. Тебе на десерт официантки стриптиз не танцуют? Ну, уймись уже.